Всем доброго времени и суток, уважаемые подписчики моего канала. С вами снова я, Еноза. Сегодня мы с вами играем вместе с Безарем. Это я его так не обзываю, он так называется. Он. Играем мы не против мега лютых челиков. Хорош. Хорош! Лютый. Туда домой. Если это 8-0, то это у меня голд 2. Я очень хочу голд 2, честно. Также я хочу 150 подписчиков. Наберем до конца зимы. Думаю, да. Ничего себе. Дай мне килл. То позорюсь. Я прям на готове. Да, я уже, мне кажется, возьму себе М9. Это у меня скилл. Найс, они такие боты. Не пушим. Они боты. Го, 8. Ладно. Ладно, не знаю, как написать. Сбился. Ай-яй-яй, нет, 8-0. Очень хочу. Но будет тяжело. Ха, найс. Да какой тяжело? Какой тяжело, это же изи. Так, у нашего тима хватает на нормальное оружие, поэтому можем быть спокойны. Закидываем еще хаешку, я киберспортивную закину туда. Жаль, не убили никого. Прыгунчик. Ауч. Как прыжок делают. Бесит. По прыгунчике. Так, мне нужен был один килл. Все. Не-не-не, я. Это бездрю. Типа что, не помирай. Ай! Ай! Все, это 8-1. Ладно, я точно не знаю, что это, но, блин, обидно, очень-очень обидно. Сори. Жаль. НГНТН. Домой. Не пугаешь. Хорош. Так, тут бабочка ловит. Найс. Что я предлагаю сделать? Я, наверное, куплю себе М9 за спецназ, за КТ, и он будет белым.
И чемпики, если хватит, конечно. Пока. Не бойтики. Ладно, не повезло. Может быть, их обходит? Эх. Чекаем. Нет, он может обходит вот здесь. Не жду. Все, плохо лучше. В смысле? Это как? В смысле? Да, камон. Что это было? Просто ужас какой-то. Пингер вонючий. Да. Ненавижу таких. Ненавижу я таких пингеров. И второй тоже. Какие вы изичные. Вы просто мега лаки. Знаю, как этот ролик назвать. Лакерные пингеры, может быть. Да. Да, думаю, да. Берем с вами ТЭК-9. Теперь уже не предугадаешь мои действия, что я возьму. Обычно всегда я брал ТЭК-9, а вот сейчас либо П-350, либо ТЭК-9. А почему я стал брать П-350? Ну, потому что, во-первых, он очень хорошо по урону. А во-вторых, отдачи мало и... Ну, скинчик у меня там. Чел, ну... Меня бесит, что когда я иду, типа, замедляю... Просто... почти. Меня бесит, когда я, типа, иду, когда по мне стреляют, замедляется. Не, ну этим ботам просто плохо. Проигрывать. Реально. Не голдово. Да что это такое? Пингер. Пингер. Ну, во-первых, может быть, он тпхается, это чит. Это на всякий случай. Пингер. Вот бесит меня такие. Ну, стендов, ну не пускай ты людей выше, ну хотя бы 130. Такое? Ну какой 94 стендов? Хорош, забирай, быстрей. 94. Не, на этом раунд мы должны выиграть, но нет шансов просто. Не, выкинь этот. Еще не попадешь, вообще тогда обидно будет. Пачку. Сторожит 100%. Найс. Ну хотя, ну там было 94, поэтому как бы тут шанс. У них было. Ух. Кому нравится мой М9, то ставьте лайк. Пожалуйста, не подписывайтесь на мой канал, потому что 99% не подписывается на нас. Ладно, 91% пока что. Подпишитесь, если бы вы бы все подписались, то у меня было бы уже 1000 подписчиков. Изи. У меня второй был должен уже зажать давно. На видос.
Да, хорошее название. Все, закрываем, правильно он говорит. 8-4, закрываем эту карту. Ауч. Могу снять один ролик, что я не люблю стендофы. Что это за мегараскидка? Я уверен, что он будет еще раз пикать. Потихо мы перезаряжаемся. Изи. А. А вот здесь запланте. Где? Ну, спасибо за игру, тебе бездарь. Ну, простите, но у него ник такой. Бездарь, да. Спасибо за игру большое. Всем удачи и всем пока.